Сегодня в городе Хайфа израильская полиция приняла ряд репрессивных мер по отношению к звездам российского шоу-бизнеса. Причина тому – скандальный арест известного миллиардера Михаила Прохорова. В результате санкций больше всего пострадали российские певицы Кристина Орбакайте и Алла Пугачева. Далеко не секрет, что в последние годы Михаил Прохоров являлся главным спонсором для семьи Пугачевой. Российский миллиардер в последние годы обеспечивал Алле и Кристине дорогостоящее лечение и раскрутку новых музыкальных проектов. Однако сегодняшний арест Михаила мгновенно отразился на благосостоянии Аллы, а в особенности Кристины Орбакайте. Стало известно, что сегодня у дочки Пугачевой в городе Майами были арестованы два особняка и четырехкомнатная квартира в центре города. Все это подарки Михаила Прохорова. Также была закрыта косметическая компания российского миллиардера, где главным лицом выступала Кристина Орбакайте. Кристина, которая сейчас находится в Израиле, шокирована невзгодами, которые свалились на ее плечи. Однако эти события показались цветочками по сравнению с другими неприятностями, которые ожидали дочку Аллы Борисовны. Михаил Прохоров, еще будучи на свободе, заключил с Кристиной контракт о гастрольных выступлениях в Израиле, Германии и Соединенных Штатах Америки. Однако в связи с сегодняшними событиями, все эти контракты были разорваны, и Кристина Орбакайте понесла колоссальные материальные потери. У Орбакайте оставался последний шанс на гастрольные выступления в России. Но и там певицу ждала неудача, ведь совсем недавно дочь Аллы Пугачевой выразила свою политическую позицию и выступила против спецоперации и российских властей. Но на последнем концерте в России у певицы произошла и вовсе музыкальная трагедия. Жители города Волгограда в связи с политической позицией певицы бойкотировали концерт Кристины, и Орбакайте осталась без музыкальных гастролей. В сегодняшнем интервью израильской прессе Орбакайте не скрывала свое шокирующее положение. Певица призналась, что потеряла практически 80% своего дохода от музыкальных выступлений. Также у Орбакайте проблемы и на личном фронте. У Кристины серьезно испортились отношения с сыном Никитой. Причина одна – недавний скандальный пожар в замке грязи Максима Галкина.